Всем пиксельный привет! Вы на канале Pixel Engine. И в этом видео я покажу, как можно нарисовать вот такой интересный, необычный рисунок по клеточкам. Вот такой необычный, яркий гриб. Для этого рисунка берем черный фломастер или маркер для контура. Голубой, желтый, светло-зеленый, сиреневый и розовый. Сначала берем черный фломастер или маркер и начнем рисовать контур рисунка от верхнего края. В верхней части страницы, посередине, по горизонтали нужно закрасить три клетки. Это будет верхний край рисунка, самая верхняя часть гриба. Здесь идем по диагонали вниз, влево и закрашиваем два раза по одной клетке. Еще идем вниз по диагонали влево, закрашиваем три клетки по вертикали вниз. Идем вниз по диагонали влево, закрашиваем две клетки влево. Еще идем вниз по диагонали влево, закрашиваем 5 клеток по горизонтали. Теперь здесь вниз одну клетку. Теперь поворачиваем вправо по диагонали. Сначала закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Еще идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 3 клетки влево. Закрашиваем 3 клетки вправо по горизонтали. Теперь одну клетку вверх по диагонали. Идем вниз по диагонали вправо, отмечаем клетку. Здесь соединим контур шляпки гриба. Повторяем такой же контур в зеркальном отображении с этой стороны. Сначала два раза по одной клетке по диагонали закрасим. Теперь три клетки по вертикали. Идем по диагонали вправо, две клетки вправо закрашиваем. Идем по диагонали вправо, закрашиваем 5 клеток по горизонтали. Теперь здесь вниз одну клетку. Поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем 2 клетки влево. Идем по диагонали влево, закрашиваем 3 клетки. Идем вниз по диагонали влево, отмечаем клетку и соединяем теперь здесь вот эти две клетки. Закрашиваем полоску по горизонтали. Здесь должно быть 8 клеточек. Теперь от вот этой клетки идем на клеточку вправо и вниз. Закрашиваем 2 клетки вниз по вертикали. Перепрыгиваем клетку вправо, еще 2 клетки по вертикали закрашиваем. И здесь идем по диагонали влево, закрашиваем 2 клетки влево. Идем по диагонали влево, закрашиваем 2 клетки вниз. С этой стороны повторяем. Здесь по диагонали идем, закрашиваем 2 клетки вправо. Идем по диагонали, закрашиваем 2 клетки вниз. И теперь соединяем вот эти две клетки. Закрашиваем здесь 7 клеток по горизонтали.
Передрисуем еще длинную тонкую ножку. От этой клетки идем к остальной бумаге, идем сюда, приходим и отсчитываем 9 клеток вниз. И закрашиваем полоску по вертикали. Пропускаем клеточку вправо и закрашиваем длинную полоску, но 10 клеток, на одну клеточку больше. И нарисуем грибу глаза. От этой клетки пропускаем клеточку вправо, идем вниз. Закрашиваем две клетки по вертикали. От этой клетки пропускаем влево одну клетку и здесь закрашиваем две клетки по вертикали. Находим середину гриба. От вот этой клетки идем, не касаясь бумаги, вверх. Пропускаем здесь две клетки. Здесь останавливаемся и закрашиваем одну клеточку черным цветом. И черный фломастер для этого рисунка больше не нужен. Теперь будем рисунок раскрашивать. Сначала беру светло-зеленый фломастер, лучше взять поярче, нарисуем здесь траву. От этой черной клетки вниз отсчитываем 3 клеточки. Идем правее, отсчитываем 3 клеточки. Здесь 2. Теперь от этой черной клетки идем влево, отсчитываем 4 клетки по вертикали. И можно провести здесь контур. Здесь клетка влево, 2 клетки вниз, клетка влево, 4 клетки вверх, клетка влево, 4 клетки вниз, клетка влево и клетки вверх. Клетка влево и клетки вниз, 1 клетка влево и 2 клетки вниз. И идем контур сюда, вправо. Здесь ведем контур 6 клеток вправо. 2 клетки вверх, клетка влево, 3 клетки вверх, клетка влево, 3 клетки вниз. Клетка влево, 4 клетки вверх, 1 клетка влево, 4 клетки вниз, клетка влево, здесь 2 клетки вверх, клетка влево. И закрашиваем эти клетки зеленым цветом. Теперь берем розовый фломастер и нужно закрасить всего лишь 2 клеточки. От глаза по диагонали здесь идем вниз. Здесь одну клетку закрашиваем. И от этого глаза идем вниз вправо по диагонали, закрашиваем одну клетку. Теперь берем желтый фломастер. От этой клетки, от этого угла ведем контур. 2 клетки вправо, клетка вниз и 4 клетки вправо. Закрашиваем вот эту часть желтым. Еще закрасим вот эти две клетки желтым. И вот эту ножку гриба закрашиваем желтым. Берем сиреневый фломастер. Отмечаем здесь 3 клетки по горизонтали, они будут сиреневые. Здесь ниже 4 клетки, вот эти 3. Здесь 1. Идем контур. Теперь вот эта вся полоска будет сиреневая. Здесь отмечаем 4 клетки по горизонтали и здесь 3. И сиреневым цветом нужно будет закрасить еще вот эту полоску. И закрашиваем. Теперь берем голубой фломастер, оставшиеся белые клетки внутри контура закрашиваем голубым. И вот такой гриб по клеточкам можно нарисовать в обычной тетрадке в клетку очень просто и быстро, обычными фломастерами. Кому понравился этот рисунок в моем видео, не забывайте ставить лайк под видео и подписывайтесь на канал Pixelinger. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.